сегодня ранний подъем, завтракать не удалось. Все говорят, пафосно. А вот смотрите, я ем все то же самое, что едят все. Тут что-то у нас типа бургера. Это операторы наши. Вкусно? Да. Осень вкусно. Ну, в общем, пафос так и прет. Ну? Сей. О, поехали. Поехали, let's go. Законы несправедливости сегодня действуют. Стоило освободиться чуть-чуть раньше, чем обычно. У нас просто один день всегда очень-очень загруженный, и мы даже ночью порой возвращаемся. А второй день такой микролайт. Но вот солнце сегодня не очень видно. Оно иногда выходит из-за туч, но очень холодно, 19 градусов, то здесь по местным меркам это прям холодно. И смотрите за то, кого я вижу. Это большие пумбы. Это большие пумбочки. Смотрите, как близко я подхожу. Ой. Это же пумбочки, да? Мамочки. Я лучше не буду. Туда нельзя ходить. Ну, я и не собиралась. Просто. А мне вот интересно, вот просто вот эти лежаки, они как бы для кого предназначены, учитывая, что пумбы тут ходят, обезьяны, львы. Вот видите, туда нельзя ходить вообще. Это не очень безопасно. Мы находимся просто интегрированы в дикую природу, дикая природа уже в нас. И видите, да? Слышите? Нет. Вот солнышко опять спряталось. Даже когда оно выходит, холодно. Но ничего. Сегодня у меня зато будет спа по расписанию. И пумба вот просто гуляет. Ну, как бы. Ничего необычного. Ладно. Машины ходят. То есть ты можешь выйти из машины, и она там будет. Вон еще одна. Смотрите. Вы посмотрите, обезьянка, она пьет водичку. Это что за чудо такое? Пей. Ты сладкий такой. Вот они вот так бегают у нас. Куда убежала? Вот ты сидишь. Попила, да? Они караулят еду. Потому что знают, что она тут есть. Вам увеличиваю, чтобы вы видели. Ну вот, собственно говоря, там наши номера. Ему сладкий. Бассейн, на котором нет никогда солнца. В общем, и сегодня пасмурно, я вам говорила, но облака такие красивые сейчас. Просто невероятно. Просто невероятно. Вопрос. Через сколько сторис? Это обезьянка, которая похожа на суслика. Дойдет до мандаринок, которые сначала они у нас украли, а потом мы, как люди добрые и щедрые,
кинули им. Боится, боится, боится. Боится, да. Боится, да. Смотри, она стоит как суслик. Боится. В общем, бонусы от нас, от нашего коллектива. Господи. Тут такие звуки, как крокодил, но здесь вроде их нет. Сейчас коллективный разум победит. Оп, смотри, пошли. Где? Потихоньку. Вот сейчас они там 2-3 уже. Сейчас приведут все. И толпой схватят. Так мило. Вы представляете? Она просто украла. Мы сняли это на видео. Жизни, но спа в Африке, прям на улице. It's first time. It's great. Я счастлива. Массаж был бесподобный. Я вся упаковалась в халат, в плед, чтобы дойти до номера, потому что у меня сейчас примерка костюмов на следующие выпуски нашего шоу. Коротко о том, как я иду на ужин. Запасы теплой одежды заканчиваются. У меня немножко такое состояние после спа. Ужинать и спать. Потому что завтра мега ранний подъем. И мега тяжелый, насыщенный и безумно интересный день. Холодно. Кажется, вы это услышите по ветру. Блин, ночью страшно тут ходить. Вечером тоже. Потому что темнеет очень рано. Прилетела в Африку, называется. Утепление, уровень, зима. Есть две хорошие новости. И одна плохая. С какой начать? Две хорошие. Первое. Я вкусно поела. И наконец-то у нас была рыбка на ужин. Это просто было божественно. Я сделала нереальный массаж. И плохая. Подъем в 6 утра. Поэтому мы немножко еще посидим на свежем воздухе и пойдем спать. Завтра очень тяжелый, я уже говорила, день по таймингу. С утра до ночи. В общем, сейчас за ужином пыталась разобраться, в чем смысл вот этой вот истории Reels. То есть они в отдельной папке помещаются? Или все-таки, когда вы листаете ленту, вы видите? Да, нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. В чем прикол? Есть Stories, есть TikTok, есть публикации. В чем предназначение Reels? Ну, то есть для чего? Я пока не могу понять. Но это не важно. Есть, дают, бери, как говорится. Знаете, мне кажется, сегодня я буду спать вот так, потому что жуткий холод, жуткий дубак. Нам приносит каждый вечер памятку такую. В общем, завтра. Максимальная температура 21, а минимальная 10. 10 градусов. Лет. Помимо температуры, видите, она приносит еще каждый вечер вот такие вот брошюрки, рассказывают про тех, кто обитает здесь. У меня тут целая стопочка. А еще приносит, кстати, конфетки, которые я складирую, потому что я их не ем. Ой, подъем в 6:30, поэтому я быстро умываться и спать. Good night.
Что у нас происходит, чтобы вы понимали? У нас впервые выезд не по плану, потому что помимо того, что жуткий холод, на локацию, куда мы должны были ехать, идет дождь. Знали ли мы, когда нам говорили, что берите теплые вещи, что будет так холодно? Нет. Но у природы нет плохой погоды, поэтому мы немножко тут доделываем все, что... хотим и ждем, ждем и ждем. Единственное, что расстраивает, что подъем был в 6 утра, да? Так бы можно было и спорта. Слышь? Завязывай смотреть мой сторис. Слева око в комнате, что меня стоишь. Мой свайп влево, свайп влево. Жаль, что раньше я так не умела. Завязывай. Мне кажется, мы так тепло даже в Москве не одеваемся. Особенно в июле. Ну, будем надеяться, что мы хотя бы выйдем сегодня на локацию, потому что погодные условия нам мешают пока это сделать. Поскольку у нас сегодня еще и ночная съемка, мы сразу же перестраховались, несем с собой пледы. Я в угах, у меня зимняя куртка, теплая кофта. И прекрасное настроение при всем при этом. Потому что подъем был в 6 утра. Кто рано встает, тот долго проживает этот день, больше, чем все остальные. Здесь даже солнца не видно. Мои хорошие, я поставила пост, где рассказала про платформу 20идей.ру. Там собраны идеи Дмитрия Давыдова по улучшению развития нашей страны. Переходите по ссылке на сайт и не забывайте прочитать мой пост. Очень интересно. Снимать невероятное шоу. Вышло солнце. И мы отправляемся в путь. Сегодня будет много работы. Но я ее очень сильно люблю, поэтому мне это все в кайф. Главное, не замерзнуть.
приехали в город. Наша следующая локация, конечно, не город, но как, вот колорит вам поснимал. Вот бананы продаются, мандаринки и даже есть пробки. Трафик. Ехать нам больше часа. Так, тут какой-то торговый центр, я так понимаю. И пахнет огнем. Огнем, да. Дымом, все в дыму. В общем, колоритно, я бы так сказала. Это кафешечки какие-то. Да, это местный ресторан. В горах лучше, да? Ну вот, мы уже выбираемся из города. И здесь, конечно, виды поприятнее. Интересно. Локация, на которую мы едем. Я просто знаю, что там будет очень красиво. Ждите сторис. Багажник. Yes, I will wait for this. Drink from багажник. Okay. Коротко, знание английского языка. I will wait for them when we reach that site. Yes, drink from багажник. This is багажник? Багажник. 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 Багажник, yes! I'm sorry, Anton, this is mine. Yes, yes, this is твой. This is твой. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, Polizei. Drei, vier, мой дадыр. Вы понимаете, да? Мы в Африке. И вокруг нас, справа и слева, леса. Хотя есть ощущение, да, что в Африке... А мы все едем, едем, едем до точки. Когда легла спать. Не могу. Ничего не мешает. Если честно. Вот это вот. Не спи. Да поняла уже. Не могу я. Прическу еще надо сохранить каким-то. Глаз размажется. Не спи. Да поняла уже. Глаз размажется. Давай тогда разговаривай. Ну, хотя поспи. Да никак, это невозможно. Очень смешно. В таких условиях. Это невозможно в таких обстоятельствах. Главное, что есть обувь на вечер. И уги. И уги. Мы в Африке. Мама, я в Африке, да? Да. Соня там вообще, вон. Упаковалась. Просто хочу вам показать этот невероятный закат с облаками. Потом все выставлю, что я тут поснимала, но вот это просто хочу right now. Я в моменте. Отморожены, потому что мы так замерзли, и вот сейчас после холода, когда садишься в теплую машину,
цвет рук и состояние рук после съемок. Они синие практически. Главное не заболеть в Африке. Везде сплошные препятствия. Но здесь очень красиво, здесь просто невероятно. Посмотрите, какой обрыв, водопад. Ну, вы вряд ли здесь окажетесь в этих местах, поэтому я максимально снимаю все, что вижу. Пока есть время, пока я иду с одной точки на другую. Просто я как геолог, я реально тащусь от этого всего. Пещера, вот это вот скалы, это я обожаю. Я сейчас вот туда вот залезла. Это очень-очень-очень красиво. Вот там вот водопад, вы поняли, да? Смотрите, какие деревья. О, это cold bark. Ах, на. Оля, потому что на... Просто видео не передает то, что я вижу своими глазами сейчас. Но я хочу передать эту красоту вам. Это нереально круто, просто. Это просто что-то невероятное. Посмотрите, какие облака. Холодно, конечно, очень, но вот оказаться здесь — это круто. Сегодня много вот такой красоты снимаю для вас. Виды невероятные. Делюсь с вами, мои хорошие. Просто мало кто здесь окажется, но так через мои сторисы мне многие пишут: спасибо, Олечка, что ты нам показываешь, все снимаешь. Пожалуйста, я вас люблю, потому что я не забываю про вас, мои люди. Завязывай смотреть мои сторис. Слева окоп в комнате, что меня стоишь. Мой спать слева, спать слева. Жаль, что раньше я так не умела. И по традиции в конце съемочного дня у нас распаковка, не подарков, распаковка образа. Хорошо, что мы не поем песню, Сонь, перегрим. Я тебя называла... Ай, больно. Сюда не подойдет песня, мне больше не больно. Ну что, мы сделали это, команда? Ух, работает до звука. Нет, не надо. Нельзя. Не надо. Нам нужно поспать. Наш съемочный день закончился. Сейчас буду сделать быстро распаковку. До гостиницы, правда, ехать еще минут 40. И я планирую сегодня не есть. Соня. No. Если ты поешь, я выставлю видео. Не надо выставлять это видео. Мы все будем снимать, как ты ешь. Нет.